Отечественной войны работала в госпитале в ничьих раненых солдат. В детском саду нам рассказывали, что во время Великой Отечественной войны мы смогли победить самую сильную армию Гитлера, потому что все люди были патриотами. В детском саду мы спросили, где из русских, кто такой патриот. Сова ключик слово патриот. Читала много книг и смотрела фильмов «Патриотов нашей страны». Ставила советы друзьям, как стать патриотом. И еще, в группе мы сделали плакат. Портрет патриотов. В садике мы спросили 20 детей. 15 детей ответили, не знаю, а 5 детей ответили. Любят, защищают родину. На гербе России и на гербе Москвы есть всадник, который побеждает дракона. Это победа носит. Например, в сказках и легендах. Например, о Никите Кожемяке. Он побеждает дракона. Но драконов не было. Это были враги, которые нападали на нашу страну. А Никита это патриот. Патриот всегда борется со злом. Но один человек не может победить целую армию. Поэтому есть пословица. Например, один в поле не воин, один за всех и все за одного. Один даже камень не подвинет, а миром город перекинет. И все эти пословицы о том, что дружный народ значит сильный. Из рассказа Льва Косиля я узнала о солдате, который спас немецкую девушку в городе Берлине. Звали его Николай Масаров, жил он в Кемеровской области, он настоящий патриот. Но не только взрослые были патриотами, но и дети. Например, Валя Котик, он настоящий патриот. Он пошел на войну всего лишь в 11 лет. В городе Кемерово много было героев. Например, Вера Волошина и Юрий Дружинин. Они любили друг друга и хотели пожениться, но во время Великой Отечественной войны погибли на войне. Есть разные войска, которые защищают нашу страну. Но больше всего мне нравятся миротворцы. Они хотят помирить тех, кто воюет. Патриот всегда защищает мир. Из рассказа Ушинского я поняла, что патриот любит родину как мать, защищает как отец. Мое исследование доказало, что патриотами не рождаются, а становятся. Поэтому я составила совет друзьям, как стать патриотом. Читать много книг и смотреть фильмов о патриотах нашей страны. Будь хорошим другом. Дружный народ значит сильный. Помогай своему роду. Твой род – часть народа. Делай хорошие поступки для других просто так. Борись с плохими поступками других людей. Береги природу, не мусори, а сажай деревья. Учись хорошо. Когда ты вырастешь, ты сможешь помочь другим людям. Например, лечить, строить дома или пойти бабкам. Гордись своей страной. Ты живешь в самой дружной, большой стране России. Когда я пойду в школу, я продолжу свое исследование, как стать патриотом. Спасибо за внимание.